А ты знал, что? Фильм «Доктор Лиза» рассказывает историю одного дня из жизни врача и благотворительницы Елизаветы Глинки. Доктор Лиза кормила, лечила бездомных, вывозила больных детей из ЛНР и ДНР. Для Елизаветы Глинка не существует незначительных проблем и нецелесообразных действий. Ей не нужно ощущать поддержки извне, она готова сама принимать решения и брать ответственность за свои поступки. Для нее нет глупых или невозможных желаний страдающего человека. Она готова найти живую козочку девочки, умирающей от рака. Она выписывает грамоту электрику за борьбу с мировым злом и хитростью уговаривает чиновника лично вручить ее. Глинка приходится нарушить закон, чтобы достать морфин. Она будто бы игнорирует угрозу тюрьмы и просит майора Колесова заехать то к одному, то к другому подопечному. В Лизе очень много чуткости, человечности и эмоциональности. Даже когда над ней нависает угроза ареста, она все равно верит в людей. Еще больше интересных фактов о русских фильмах ищи в нашем профиле.